Всем привет! Сегодня буду готовить очень-очень вкусный сытный салат с жареными баклажанами с маринованным луком. Приступим! Для приготовления нам понадобится растительное масло, зелень, укроп, петрушка, 3 баклажана. У меня небольшой вес баклажанов 640 грамм. Уксус у меня яблочный, 2 столовые ложки, 3 яйца вареных, луковица, сахар, соль и майонез. Баклажаны нарезаем как-то так, такими брусочками, соломкой. Нарезанные баклажаны перемещаем в миску. Нужно их посолить. Перемешать и оставить баклажаны минут на 15-20, чтобы они отдали горечь. Лук нарезаем. Перьями. Вот так вот. Лук я нарезала. Сейчас мы его замаринуем. В кипяток добавляем чайную ложку без горки соли, 2 чайные ложки сахара, а также уксус. Все перемешиваем. Лук мариноваться. Оставляем буквально на минут 10. Прошло 20 минут. Баклажаны отдали свою горечь. Промываем их от лишней соли под проточной водой. Промыла пару минут, чтобы они стекли, и будем их обжаривать. Сковороду ставим на огонь, разогреваем. Сковорода разогрелась. Наливаем растительное масло, делаем средний огонь. И будем обжаривать баклажаны. Обжариваем баклажаны 2 партиями. То есть вначале одну, потом вторую. Первая партия баклажанов обжарилась, снимаем их на бумажное полотенце. Наливаем еще растительного масла и обжариваем вторую порцию баклажан. Ужариваются, конечно, они сильно. Баклажаны, вторая порция, обжарились. Оставляем в сторону, они должны остыть. Лук замариновался. Сливаем маринад. Так немножечко отжимаем. Пусть лучок стекает. Нарезаем яйца. Вот так вот. Яйца перемещаем в миску, где будем перемешивать салат. И нарезаем мелко зелень. Резаную зелень перемещаем в миску. Лук тоже
уже стек, чуть-чуть его отжимаю и перемещаю в миску. Добавляем соли по вкусу. Перемещаем баклажаны, обжаренные, в миску. Сюда добавляем майонез. И все тщательно нужно будет перемешать. Салат я перемешала. Буду перекладывать его для подачи на стол. Я переложила салат для подачи на стол. Вот так у меня получилось. Сверху можно посыпать для украшения зеленым лучком. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения, хорошего дня. А тем, кто кушает, приятного аппетита!